говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 22 июня. В памяти всех россиян навсегда останется днем, когда началась самая страшная война в истории человечества. Многие из ныне живущих потеряли тогда своих отцов, дедов и прадедов. Великая Отечественная оставила кровавый след в истории каждой семьи. Поэтому даже спустя 75 лет граждане нашей страны помнят о героях, которые отстояли мир, и собираются почтить их память. В День скорби несколько сотен свечей зажглись в Парке Победы, где прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Очень важно проводить такие акции, чтобы та связь поколений не прерывалась, чтобы вот сегодняшняя молодежь, она понимала и осознавала, что такое война. Молодое поколение, оно должно ценить тот подвиг, который сделали наши предки. И чтобы вот мероприятия не сводились вот в День Победы к пусканию салюта, каким-то торжественным мероприятиям, чтобы они понимали, что это на самом деле праздник со слезами на глазах, все-таки сколько человек погибло в той войне. Вот ради этого такие акции необходимо проводить. К словам Дмитрия Перминова, был готов присоединиться каждый участник акции. Действительно, такие мероприятия являются одним из способов сохранить память о подвиге советского народа и пронести ее дальше через века. Для меня это очень важно, что я пришла сюда с сыном. Я считаю, что с рождения нужно в детей закладывать патриотизм, и чтобы они с рождения знали свою историю и гордились своими корнями. Я вообще считаю, что в России для каждого, в каждой семье есть свои герои, есть кем гордиться. У меня оба дедушки, прадедушки, вернее, моих, они воевали, и они герои Советского Союза, я ими очень горжусь. Один дедушка даже освобождал Ленинград. Это очень важно, это наша история. Это важно для наших детей, чтобы они знали свою историю, какая она была на самом деле. Даже самые юные посетители Парка Победы в этот день проявили свое почтение к подвигу советских солдат, даря свою частичку тепла и света в виде огня свечи. Возможно, они еще не совсем понимают весь ужас 4 военных лет из далеких 40-х, но осознают значимость этой великой победы благодаря тому, что рассказывают им родители, бабушки и дедушки. Прадедушка, прадедушка, чё прошел войну? Чтобы от самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, жизнь у дедушкова, чтобы пели птицы благогубым и свет не указал, чтобы мне на берег свет родиться, чтобы мне на берег свет родиться.